Создание в Димитровграде территории опережающего социально-экономического развития – задача первоочередная как для нашего города, так и для всей области. Губернатор подписал заявку нашего муниципалитета на получение данного статуса. В рамках данного решения Сергей Морозов поручил правительству региона до 20 декабря разработать ряд проектов изменений в закон Ульяновской области. Они должны предусматривать отмену налоговых выплат для резидентов, готовых зайти на промышленную площадку Димитровграда. Таким образом, мы до конца этого года с вами создадим всю самую современную нормативно-правовую и законодательную базу. В частности, речь идет о серьезных льготах в оплате транспортного налога, а также налогов на прибыль, имущество и землю. Говорили на заседании рабочей группы по подготовке Димитровграда к сдаче Центра медицинской радиологии и о модернизации городской инфраструктуры. По распоряжению Сергея Морозова была создана дирекция, которая должна в ближайший год решить вопросы увеличения количества культурных, спортивных и досуговых учреждений. Мы с вами вот такую организационную работу должны провести прямо до конца января, чтобы у нас было понимание, какой объем финансирования нам нужно еще уже заранее, так сказать, предусмотреть при подготовке к очередному распределению бюджетных средств в рамках областного бюджета. Таким образом, как отметил Сергей Морозов, в 2017 году Димитровград получит беспрецедентный объем финансирования в рамках межбюджетных отношений. Часть ресурсов есть, это и в рамках и городского бюджета, и в рамках тех средств, которые выделяет нам регион, и в рамках федеральных программ. И вот все эти ресурсы необходимо нам сконцентрировать для достижения тех целей, которые поставлены перед нами. Наталья Васильева, «Наше время».